А можно ли нечто подобное DAS, нечто похожее на DAS, сделать для защиты объекта, который занимает большую площадь? Не какую-то сосредоточенную мачту, над которым повесили зонтик, а большую площадь, ну, например, площадь подстанции. Можно ли это сделать? Вот работа, которая проводилась в нашем институте, она показывает, что такую систему сделать можно. Что функцию DAS могут выполнить много тросовые молниеотводы, которые протягиваются над территорией, защищаемой с определенным шагом. И если число этих токоотводов горизонтально сделать достаточно большим, то в этом случае у вас снова будут выполнены все функции изолированной молнии защиты.